Вопросы развития органного донорства в Якутии обсуждают сегодня на втором благотворительном фестивале «Надежда на будущее». Участники – это инициаторы проекта в поддержку диализных больных, члены сообщества пациентов после трансплантации, врачи и эксперты. В течение 2 дней будут говорить на различных площадках о проблемах больных гепатитом и страдающих почечной недостаточностью. Пройдут благотворительные акции «Жизнь как чудо» и «Пульс надежды». Следует отметить, что это единственный подобный фестиваль в России. Он носит просветительский и благотворительный характер. У нас не очень хорошо люди идут на контакт. У нас, оказывается, такой менталитет, когда вот все, если у тебя какая-то беда, они все закрываются в себе, и никто не идет на контакт и не общается. Например, в других регионах они более общительнее и так далее, да? Даже в больнице так. У нас нет специалистов, которые могли бы вести нас, да? Хирургов, которые могли бы поставить нам, да, таким детям катетер. Из-за этого приходится малейшие изменения в программе, приходится советоваться с Москвой, ездить в Москву. Это накладно получается.